Меня не надо держать, я, слава богу, в порядке. Это не конфеты, это лекарство, честное слово. Так. Ну, теперь давайте так. Просто первую попавшую песню. Пусть бегут. Старых, помните? Это, понимаете, я сейчас знаю, что испытывают мама и папа этих девочек. Определенное чувство неловкости. Не переживайте, сейчас по всей стране дети такие. Курю и принцесса, понимаете? Это диагноз, я буду с этим бороться лично. Мы вот с бедраком Юрочкой, да, вы будешь с ним делать еще. Ну давай один куплетик одной песни и все. Я знаешь какой? Вот который я пела. Юнами, только ниже, просто для взрослых. А вы молодцы, взрослые все поете. Уж такой большой детский сад в Ярославле. В юном месяце апреля в старом парке тает снег. И крылатые качки. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Так, люди, надо прекратить эти детские песни, иначе это у нас на суде детский сад такой получится. Ребята, огромное вам спасибо за проявленный профессионализм, когда вы не знаете, что вы будете играть. Уважаемый Ярославль, вы потрясли меня знанием детских песен. Взрослые, простите, что я сейчас это скажу. Я сама ведь взрослая. Я, правда, не имею права вас учить, у меня у самой детей пока нету. Давайте учить своих детей хорошим песням. Курю, принцесса, не надо. Спасибо вам большое. Так. Ну, давайте я спою. Что же я спела, это все уже? Ну, давайте, ладно. Меня очень просили в Ярославле спеть эту песню. Маленькая дискотека. Тем более, ты слова придумал или музыку в этой песне? Арсений, в тебе задаю вопрос. Да. Музыка, первый раз объявляю. Слова я, честно говоря, не очень помню хорошо. А музыка Александра Арсеньева. Сейчас будет песня, которая называется «Ром и сигары». Поехали. Извините за паузу. Была бы весна, была бы время.
с вами нашли чем заняться. Пожалуйста, нету. Ты же одесситничка. Вот этим голосом спой, пожалуйста. Ну, опять, ну один куплет, ну у меня сегодня праздник, я не умираю, видишь? Сейчас просто. Одесситка, ай, задачи, что не страшны тебе не будет, не беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет. И не теряет бодрость духа никогда. Вот у нас такой продукт. Праздник. Как за меня матушка все просила Бога, все поклоны била, целовала крест, а сыночку выпала, ой, дальняя дорога. Хлопоты, оба новая, никакой интерес. Жук на балконе улетит, корабль по морю идет, а кто меня куда влечет по велосвету? И где награда для меня, и где засада для меня? Гуляй, солдати, ищи ответу. Журавль по небу, журавль по небу, корабль по небу, журавль по небу, корабль по небу. Спасибо. Давай еще. Дорогие люди, я бы сейчас хотела долгую историю не буду. Я действительно попробую. Слишком много сегодня песен и разговоров с моей стороны. Я очень, вы уже поняли, по детским песням, да, и по тем песням, которые я пыталась петь. Я очень люблю советскую песню. Я преклоняюсь перед советскими композиторами за их слова и за их музыку. Это единственное, на что мне, лично мне точно, вот не знаю, как, а мне точно, как композитору и песеннику, остается равняться. Как на музыку, особенно на слова. Потому что ничего... Да.
подобного в наше время почему-то. Вот видите, если дети... Вот, вы думаете, мне не грустно будет, пойдя домой, когда я пойму, что дети назвали Курию принцессу? Мы-то с вами посмеялись, и это действительно было потешно, но ничего смешного в этом нету. Я буду... Ну, я стараюсь, и другие песни петь. Дети! Не надо больше так делать. Но зато, знаете, как хорошо я свое себя, собственное отражение в зеркале вижу. Я сейчас хочу, чтобы вы услышали песню, одну из великих песен Советского Союза, которая никогда не была исполнена еще в Ярославле, и мне было особенно... Мне особенно хотелось и здесь, и в Костроме, и в Вологде, как-то куда я поеду, вот в этих городах. Я очень хочу, чтобы вы услышали эту песню. Поскольку Алёнка тоже болеет, к сожалению, Волгу вы не услышите сегодня. Вот. Но вторую песню без объявления я бы хотела услышать. Не народная артистка, но в душе для меня народная артистка Белоруссии Анна Мушак. Ответить на этот вопрос. Это очень важно. Ребята, извините, но такой вопрос. Мне написали записку. Лена, вы верите в Бога? Вы знаете, я даже себе представить не могла, что мне когда-нибудь задают вопрос. Я даже не знаю, как ответить. Конечно, да. То есть я вообще здесь стою, это подтверждение того, что Бог есть. Вот и все. И талант человеческий. То есть, если я что-то, люди, если я что-то делаю, да, я вот, ну, как бы не специально, вы видите, наверное, да, то специально это смешно, это надо быть вообще мега-гением, чтобы такое продумать и задумать там, да. Все делается одно, от мысли, от души, которая, ну, внутри человека. И если я что-то делаю, то это только, ну, талантливо, простите уж, я так скажу. И вам, вы посмотрите, сколько вас много, и в каждом городе столько людей. И люди плачут, и люди пишут письма, и люди... Я вижу глаза людей просто. Вы же, ну, извините, не сумасшедшие фанаты. Ну, извините за выражение. Ну, вы же не... Извините, я сейчас скажу. Я 10 раз говорю, ну, не тату же вы фанаты, да? То есть взрослые люди все сидят, адекватные. У всех жизнь за плечами, я же это вижу. Если вы приносите свои сердца, билеты, вообще время свое приносите мне, значит, я что-то из себя представляю. Но я трудолюбивый человек, я люблю свою работу, я больше всего на свете это, наверное, люблю. Я жертвую очень многими вещами ради этого момента стояния здесь на сцене. Я люблю музыку, очень сильно люблю слово и музыку. Но талант дан человеку Богом. Я изначально, Анна Ивановна не даст соврать, я была маленьким ребенком, я сочиняла уже в 9 лет песни. Человек не может сам это придумать, ему дает Бог. Поэтому все, кого вы верите, в Аллаха, в Иисуса, в Будду, это уже ваше дело и ваше дело вашего вероисповедания, вашей крови, ваших предков. Атеистам сами решат они, как они будут поступать. Что вы хотите сказать? В какого я? Я в Иисуса Христа, ну я православная христианка, извините, но это так. Ну, у меня мама, я все очень просто, потому что моя мама, моя бабушка, мои все прадеды, все верили. И поэтому я делаю так, как делают мои родители. И я каждому желаю того же. Все веры замечательные. Просто, ну, в Бога верить, наверное, надо. Он есть. Все.